Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Поехали! Так, у нас очередная миссия. Так, моя сила команды 190, а свинская мощь 54. Но здесь уже какие-то типа самураев, да? Ниндзи. Награда бамбук. Поехали, будем смотреть. Так, еще хотел сказать, что у нас с вами открылись синие ворота. Поэтому есть одно место, куда мы с вами можем после этих боев сходить. Так, ну что это у нас тут за ниндзя? Давай посмотрим, насколько хорош Чак против них. Так, пока мы их отравили. Давай-ка вот этого, он пожирнее выглядит. Так, ребят, мне бомб понравился. Бомбит божественно. Но почему-то не здесь. Хорошо. Пока все у нас, ребята, идет пучком. Все пучком. Давай-ка мы вот здесь бомбанем. Чак еще маленечко потравит врагов. И добьем, ну давай вот этого вот. Так, минус двоечка. Минус двоечка. Так, ну эти сейчас олухи допрыгаются. У нас сколько здесь, кстати, волн? Одна волна, да? Будет, по-моему, одна. Так что переживать не стоит. Но эти ниндзи крепковатые на самом деле. Так, замечательно. Мы прошли с вами этот уровень, надеюсь, на 3 звездочки. Да, 3 звездочки, соответственно, мы с вами крутим барабан. И... вау, круто. Вполне меня устраивает. Сейчас мы посмотрим, куда мы с вами передвинемся. И если, ну, какой-нибудь тяжелый, да, соперник будет, мы сходим с вами в синие двери, которые я открыл буквально вчера. Так, опа. Так, ты понял? Он оставил яйцо. А что это такое? Ловушка, что ли? Не понял, да что они там? Они кого-то похитили. Они поймали в плен, друзья мои. Бомба. Это вы хотите сказать, что у меня всего лишь два персонажа остается? Это весельчаки и Матильда, я так понимаю. Здоровски, очень здоровски. Так, ну, про что я вам говорил? Где у меня здесь открылись ворота? Давайте-ка, ребят, я вам покажу. Мне самому просто было интересно сюда сходить. Вот. Вот этот уровень, вот эти ворота, которые были закрыты. Давай глянем, что у нас здесь, что за враг. Свинская мощь 141. А у меня, как видите, 119. То есть у меня троих схватили в плен. Вот как ты думаешь, смогу ли я пройти этот уровень такой командой? Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, но сильно хочется попробовать. Угу. Выбежали, да? Давай посмотрим. Я так понимаю, вот этот самый главный у них здесь. Естественно, как бы надо начинать, наверное, с него. О-о-о, друзья мои. Я все, кажется, понял. Это будет большущая для меня проблема, на самом деле. Да хорош Матильду-то уже трогать. Так, промахнулся, да? Споткнулся, так скажем. Угу. Слушай, ну урон получают они хороший на самом деле. Вот мне бы главное выжить бы. Так, давай-ка попробуем теперь вот этого захомутать. Так. В принципе, совсем маленечко осталось. Упал. То есть вот эти два, они уже не жильцы, остается вот этот вот. Гаврюша, в плане, как ты выжил-то? Добиваем его, ребят. Добиваем. Все. Ну, мы прошли, конечно, не на 3 звезды. Я больше чем уверен, наверное, одну звезду всего дадут. 2. Так, крутим рулетку. Ладно, фиг с ним. Придется и на это, как говорится, согласиться. Так, в общем, мы с этими ребятами разобрались. Ну, опять же, если бы у нас была полная команда, я бы с ними, наверное, еще бы проще разобрался. И посмотрим, что там. Что там засверкало, засияло. У нас тут сундук. Ну, естественно, за него придется, наверное, побороться, да? Опять, но здесь у нас уже маги. Вряд ли, конечно, у нас получится. Слушай, давай тогда мы сделаем с тобой следующий ход. Мы пойдем и освободим хоть кого-нибудь. У нас первый, да, на спасение это стоял бомб. Так, это где у нас тут находится все это дело-то? Я уже запутался. Это вот сюда нам нужно идти. Кстати, а что у нас тут вот? Грубая расческа. Охотничий рог.
и тетива. То есть, я так смотрю, это все намного лучше, да? Ладно, я и грубую расческу возьму. Пускай будет. Так, что-то игра немножко подфризивает. А я могу и сюда, да, перейти? Но тут какой-то у нас... Я даже не знаю, типа Они стоит. 176 у него свинской мощи. Естественно, я его здесь одолеть сейчас не смогу. Мне даже интересно, вот здесь я смогу или нет, если мы вот сюда с вами передвинемся. А тут всего лишь 52 мощи. Давай я попробую, конечно, с ними подраться. Должно у меня все получиться. И посмотрим, ребят. Так, этот у нас с луком. Ну-ка. Отлично. Вау, быстро мы его накумарили. Ну что ты там, маленький свинотник, а? Готов. Слушай, так быстро разобрали мы их. Вообще моментально. 3 звезды, как с куста. Давай рулетку. Шикарно. Сливки, как говорится, мы с вами урвать успели. И поехали дальше. Но здесь мы еще никого с вами не освободили. Видимо, это будет через 2 или 3 боя. Я не знаю, сейчас посмотрим, куда нас с вами перебросят. Так, здесь мы видим, что-то как-то немножко подфризивает. То есть нам надо этот уровень пройти, и только на следующем у нас будет освобожден бомб. У нас выбора с вами нету. Посмотрим на мощь. 81. Опять у нас здесь двое вот этих вот ниндзей. Поехали. Сейчас мы их разберем. И уже на следующем бою освободим бомба. Так, это трупец, да? Да. У нас черновое вино неплохо бомбит. И плюс вот еще какой-то, я не знаю, тройка вот этих весельчаков. Что она там? Радоваться рано еще. Я-то думал, что все, да? Нет, тут 3 волны, оказывается. Так, что он там делает? Типа невидимкой стал, что ли? Так ты, парень, ты для нас видим. Потому что ты один остался здесь. Так, и последняя шайка-лейка. Начнем с главаря, я так понимаю. Это вот это, наверное, у них. Так. Отлично, мы его подбили. Так, подожди, мне главное не потерять никого из бойцов. Бомбим. Раз. И два. Адьюс, амиго. Все, отлично, мы с вами прошли. Скорее всего, 2 звезды всего получим. А нет, 3. А на рулетке нам выпадет имба. Нормуль. Так, ну что, пойдемте, наверное, все-таки освобождать бедного бомба, который там 94, да? Свинская мощь. Ну тут какой-то чувак. Ну, это типа мини-боссика, судя по всему. Надо ему уши-то надрать, этому свинотнику, да? Чтобы знал, как воровать бомба. С палочками, надо же, для суши. Ну-ка. Посмотрим, сколько урона мы... О, все, на следующем ходу он не жилец. Так, он что-то там думает. А мы с вами начинаем бомбить вот этих пока. Смотри-ка, выжил. Как он умудрился выжить? Ты достал меня, хламон. Все. Сейчас должны погибнуть. Отлично, я думал, что еще будет волна, но нет, здесь все у нас хорошо получилось. Вот иди, бородач, грусти. Правда, 2 звездочки всего лишь нам дали. Ладно, сгодится и так. Так, ну, да, бомб психанул, взорвался и присоединился к нам. Дальше у нас с вами стоит Чак. Так, любит отвешивать врага мощные оплюхи одной свинье за раз. Главное, как будто я сейчас только получил бомба. Он у меня уже давно открыт, просто я его обратно вернул. Так что не надо мне здесь ничего рассказывать. Так, давай сюда перейдем, посмотрим, что у нас тут. Свинская мощь всего лишь 87. Всего лишь. Я думаю, без проблем. Если мы вдвоем справлялись здесь, да, Матильда и весельчаки, то уж с бомбом-то. Так, вот призрак мне, конечно, здесь не особо нравится. Так, попробуем, знаешь, что с тобой сделать? Разные комбинации. Ого.
Так, слушай, ты иди отсюда лучше. Чё там, призрак стал типа невидимым, да? Хорошо. Мы это предположим. Ну, посмотрим. Так, призрак отдуплился, этот отдуплился. Надо вот этих двух чувачков забомбить. Вот так. И последний. Все. Изи. Кстати, у нас с вами корячится 20 уровень. Сколько звездочек? Опять же только 2. Вроде все нормально, все прошли, но все равно 2 звезды. Так, ну что же, у нас Чака здесь стоит. Подожди-ка, а Чак это последний, кто нам нужен, да? По-моему, да. Так, передвинулись сюда. Свинская мощь уже 105. Смотри-ка, здесь какой самурай стоит, а? В масочке все дела, подготовленный как раз к бою со мной. Я, в принципе, тоже готов. Смотри, прикольно смотрится на самом деле. Давай, наверное, мы начнем с него. Потому что, кажется, он мощный какой-то. Так, нет, ребята, он ватник. Так, этот стал невидимым. Тихо! Массовая атака у него, вы поняли? Так, теперь этот еще невидимый. Я, наверное, здесь захиляюсь. Да, отхил, конечно, не очень большой, но ладно. Так, крит. Слушай, здесь, наверное, вместо бомбы лучше было бы взять Чака. Чак, по крайней мере, бы травил вот этих даже, которые у нас невидимые. Так, пробуем. Раз. Мимо? Так, секундочку. Мимо, значит, да? Значит, помимо того, они еще и уклоняются. А, ну-ка, поехали. Раз. Два-с. Три-с. Так, остался один последний паршивец. Ну, я с ним сейчас быстренько разберусь. Мимо опять, не попали. Все, Матильда его наказала. И у нас, друзья мои, новый 20 уровень. Я нас всех с этим поздравляю. Нам бы еще бы бонус бы хороший бы выпал. Вот, 3 бамбука, самое то. Ну что же, мы с вами освобождаем Чака. Все, вся команда у нас в сборе. А, нет, у нас еще Ред остался. Новый уровень, 20-й, плюс 3 монетки. А почему птичья сила, сколько было, столько и осталось? Почему не увеличилось? Написано главное, да? Здоровье и атака всех птиц увеличено, я в упор не вижу. Так, могущественный волшебник одновременно наносит урон всем врагам. Да, да, это мы знаем. Так, значит, нас вот сюда помещают, да? Мы вот так вот, видимо, с вами как-то пройдем. Ну, Чак нам нужен, естественно. Чак — это мой основной танк. И без него я никуда не пойду. Мне нужно еще 3 монетки получить для того, чтобы я смог 10 раз крутануть рулетку на свинюшке, да? Чтобы получить какие-нибудь шмотки прикольные. Так, ниндзя, иммунитет к большому урону. А я, если честно, большой урон делать и не собираюсь. Я... Давай-ка мы, наверное, уберем бомбы отсюда, да? И возьмем весельчаков. Весельчаки бросают какую-то слизь, видимо, ядовитую. Угу, смотрим. Ё-моё, какая тут их гвардия-то целая, а? Ну, естественно, Чак нам здесь очень хорошо поможет. Потому что он будет их травить. Естественно, и Матильда тоже будет их, да? Немножечко подтравливать. Так, тихо. Секунду. Сейчас еще разочек мы затравим их. Вот так. И остается лишь добить. Я думаю, что начнем вот с этого. И вот с этого. По идее, вот этот вот призрак должен дуплиться. Да. У нас остался один, который в невидимость захотел уйти, но мне кажется, мы его видим. И причем еще и не промахиваемся. Так. Надо же, я думал, что еще будет какая-нибудь волна. Нет. Нет, все очень крутенько. Ну что же, 3 звезды. Сейчас нас наверняка куда-нибудь еще отправят. 3 пенька мы получили. Поехали. Так, что у нас здесь? Мы можем с вами сходить в магазин, глянуть. Так, пушка Вантус и пушистый веник. Ну, вы видите, да, что они намного слабее.
Поэтому их можно даже не покупать, но можно также и приобрести, чтобы просто лишний раз магазин вам не нервировал вот этим вот значком, да, что типа здесь что-то недоделано. Ну что же, пора нам спасать нашего Реда. Свинская мощь 170, кстати, нехилая мощь на самом деле. Так, здесь у нас вот этот вот. Но ведь на самом деле его не Они звать, я уже забыл, как его, не Набунага или как там. В маске-то в этой. Или Они все-таки ходил в такой маске у нас. Не помню, хоть убей. Ну что, первый именно он. Нам нужно, у него броня. Оу. Так, ну я думаю, что яд-то будет. Да, яд очень хорошо его пробивает. Че себе он урона наносит. Да, весельчаки у меня могут отдуплиться. Но нет. Мы с вами проходим дальше. Так, тут будет три волны. Так, вот этот вот Гаврюша мне не нравится. Совсем не нравится. Давай потравим маленечко. И вот так вот сделаем. Так, Матильду, да? А, нет, нет. Я так понимаю, этот туман, типа, ну, повышает уклонение. Слушай, хорош. А, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Вот так вот. Давай-ка. Отравили. И бомбим, бомбим, бомбим. Так, удар. Еще удар. Посмотрим. Да, готовченко. Так, у меня Матильда получила мастерство 12 уровня. Это прикольно. Так, переходим с вами на последнюю. Оу. Весельчаки тоже получили мастерство. Вот здесь нужно быть аккуратным. Так, ну что, во-первых, надо отравить. Во-вторых, мы сделаем с тобой, наверное, отхил. Небольшой, но все-таки. О, даже и не знаю. Ну давай, ну так вот сделать, наверное, лучше. Слушай, вот здесь вот. Так, хорошо, что он упал. Попало. Что это такое? Это, по-моему, крит урон. Воу, тихо. Что у меня есть? У меня есть, друзья мои, вот такая вот штука. Перчик, который заполняет. Ну-ка. Ага. Теперь вот так. И применяем с вами перчик. Не знаю, спасет ли меня это. Будем надеяться. Ай-яй-яй. Так, упало, это хорошо. Блин. Ну давай. Раз. Два-с. И три-с. По идее, все должны отдуплиться. Да, друзья мои, мы прошли. Мы прошли с вами этот уровень. Все у меня птички остались живыми. И мы получили с вами три звездочки. То есть мы с вами спасаем нашего последнего птенца. Это Ред. И три семечки. Что нужно для птичек, да? Только семечки, камушки. Так. Ну, Ред, давай. Что такое? Твою же налево, принц этот, а? Ты посмотри. Я думал, что мы с вами Реда спасли. Но, как видите, ничего подобного. Так, мастерство повышено. И на весельчаках, и на нашей Матильде. Это очень круто. То есть у нас еще с вами один уровень открывается. Еще один уровень открывается. Что он делает? Он хочет мне Реда утопить, что ли, там? Так, мы не должны этого позволить. Да какие фризы? Как меня вот эти вот фризы бесят? Я не понимаю, почему? Подлагивают. Ну, вы, наверное, заметили, да? Есть небольшое такое подлагивание какое-то. Его не должно быть. Может быть, из-за того, что у меня там рендеринг идет. Фиг его знает. Ну что, поехали. Раз. Два. Ну, вот этого нужно наказать, наверное, в первую очередь. Так, тихо. Самурай тут еще выеживается меня. Так, погоди. Вот, лучше думай там, сиди. А мы пока займемся остальными. Так, вот этот вот крепкий чувак. Минус один. Я так и думал, что он сделает свою массовую атаку. Матильда, живи. Упал. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Подхилимся.
и добьем вот этих вот. Ну? Да как ты выжил-то? Ты должен давно уже отдуплиться. Нет, он все-таки выеживается мне здесь. Разобрались, да? Слушай, ну с ними мы... вот оно что. Ё-парасетешечки. Так что она делает у нас, Матильда? Отхиливает. Она у нас отхиливает. Но я не знаю, поможет ли мне этот отхил. Они, наверное, сейчас ее будут бомбить. Массовая атака. Ой-ой-ой-ой, как жестко-то все. Слушай, они мне хотят Матильду убить. Угу. У нас проблемы с вами. Это какая у нас волна? Получается вторая, там еще третья будет. И они все живы. Бедная Матильдочка. Да. По-моему, сейчас разберут. У меня нет шансов, друзья. У меня нет шансов. Воскресить птиц. Нет, не буду я тратить на это золотые монетки. Мне проще переиграть. Но знаешь, что я подумал? Мы с вами сейчас отправимся туда. Утешили меня. Две монетки всего лишь дали. Слушай, как они меня бесят, когда они вот это вот улюлюкают, эти свиньи, а? Прям вот хочется подойти леща как дать. В общем, здесь мы с вами не справились. Я предлагаю вам, знаешь, куда переместиться? Вот как раз на вот этот самый уровень, на котором мы с вами остановились. По крайней мере, здесь у нас уже полная команда, и я думаю, что здесь мы должны справиться. У них 152 свинской мощи. Здесь, опять же, эти рыцари, но здесь еще есть маг. Я не знаю, если сейчас Чак мне здесь не поможет, я возьму бомба. Так, погнали. Бомбим. Бомбим. И отравляем. Слушай, ну крепкие, крепкие они. Я уже вижу, что они довольно-таки сильные. И, как всегда, все на Матильду. А почему на Матильду? Потому что у меня нету моего любимого Реда, который у нас был как танк, который защищал, в принципе, всю команду. Ай, ты посмотри. Упал, да? Давай затравим. Так, ну этот не жилец. Давай вон того попробуем подбить. А, тут опять же три волны. Вот что я тебе хочу сказать. Так что радоваться рано. Перчик тоже пока не будем с вами тратить. Добиваем. Надо было хильнуться лучше, а не добивать. Так, переходим с вами на вторую волну. Здесь два мага плюс бомба какая-то. А бомба здесь зачем? Понятно. Просто так, да, для понтов. Слушай, ну маг тоже ватный. Сейчас что, посмотрим, делает. Защиту поставил на себя. А если мы вот так сделаем? Он все равно получает урон. Здорово. Так, Матильда, давай-ка мы вот этого... Ага. Минус один маг. Этот сейчас что на себя будет? Что-нибудь вешать? Нет. Давай мы сделаем с тобой отхил. Вот так вот. И уже добьем этого магистра кислых щей. Готов. Переходим на последнюю волну. Нифига себе, он бронированный. Так, кто здесь из них сильнее? 1680 хп, да? Понятно, значит вот этот вот сильнее. Плюс я смотрю, у него броня, все дела, да? Ага, мы его оглушили. Это нам на руку. Оглушение всего лишь 25%, насколько я помню, действует. И сделаем, наверное, с тобой... Да, перец. Посмотрим. Отправление. Слушай, ну неплохо. Все они у нас в терновнике. Нам нужно вот этого, по-моему, наверное, скорее всего, добить. Так, минус. Что он там делает? Какой-то призыв. Весельчаки еще живут. Живут и неплохо себя чувствуют. Ну-ка. Этот должен отдуплиться. Так. Ну и этого мы тоже с вами разбираем. Как говорится, на дорожку. Ну. Все, готов. Значит, мы с вами прошли этот уровень. У нас почти половина 21 уровня. Три звездочки. Море опыта, классно. Теперь бы бонус мне еще дали.
Нет, не дают. Ну и ладно. Так, мастерство повышено с 12 уровня на 13. Это у Чака. Так, тут у нас сундук. Нет, подожди, я не хочу драться. Я хочу просто открыть сундук. Короче, друзья, не получается у меня почему-то этот сундук открыть. Постоянно он прыгает, но я его взять не могу. Постоянно мне закидывает на этот уровень. Ну что же, время нам вернуться к нашему вот этому уровню и попробовать его пройти. Тяжело, ничего не скажешь, но... А, мы знаешь, что с тобой можем сделать, кстати? Мы можем посмотреть видосик, получить 20% к здоровью. Ну и к атаке, конечно же. Так, ну что, 230 у меня сила команды. Я думаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы справиться с нашим врагом. Но если мы сфейлимся, это будет очень обидно, поверь мне. Так, проверим. Да. Хотелось бы урона наносить побольше, на самом деле. Так, минус один. Ты смотри, что делает, а? Ханорик. На. Получи. Тут, по-моему, три волны, да? Подожди, а почему... Секундочку, подожди, это не тот уровень, что ли, был, или что? Мы должны спасти с вами Реда. Я, наверное, не туда зашел, да? Нафига, спрашивается, тогда я здесь применял бонус к ХП и к атаке. Так, секунду, мы что-то тут обдумываем. Что такое? Так, какой-то профессор у свиней. Что-то он там придумал. Так, ему нужны детали, чтобы сделать летающий дирижабль, да? Подожди, а профессор что, на меня работает, что ли? Так, там шестеренки, там пропеллер, а тут якобы доски. То есть, ты хочешь сказать, чтобы я тебе это все собрал? Для того, чтобы спасти Реда, ребята, некий свинский профессор сделал идею, да? Чтобы сделать летающий дирижабль, чтобы я, видимо, смог спасти нашего Реда. Для этого ему нужны запчасти. Это доски. Кстати, здесь у нас... А, нет, этот сундук. Этот сундук, кстати, можно взять, если мы с вами победим вот этого вот чувачка. Но я не уверен, что мы его сможем победить. Короче, шестеренка, и нам нужен будет пропеллер. Ух, как все это заманчиво. А, вот пропеллер здесь, да? А как мне пропеллер-то собрать, если я сюда даже не могу попасть? Загадка. Хм, ну-ка дайте-ка, ребята, я попробую вот этого вот чувачка разобрать. У нас все-таки уже 192, да, силы команды. И тут у него 183. Попробуем разобрать все-таки, чтобы, как говорится, не маячил здесь на дороге. Слушай, ну на самом деле здесь карта очень большая. Я думал, что будет она меньше в разы. Так, получится у нас его разобрать, как думаешь? Ну, по здоровью он, конечно, не хилый. Тыкнул, да, все-таки своим ножичком. Так, давай сделаем. Слушай, ну я думаю, что еще... Что он там хочет на Чака сделать? Что он хочет с моим Чаком там сотворить? Чак, давай на себя. А, ты хилишь. Тихо, тихо. Оу. Бедный Чак. Как же он тебя просто порвал. Да. Да, мне кажется, он любого бы мог снести. Ты выжил еще как-то. Он хочет теперь моих весельчаков уничтожить. Нет, парень, этому не бывать. Я его подбил. Так, посмотрим, сколько звездочек нам дадут. Ага, две все-таки, да? Я рассчитывал на три. Ну ладно. Так, у нас здесь опять же сундук, и который я, как всегда, фиг смогу взять. Нет, смотри-ка, открыл. Ух ты! Так, мастерство повышено. Прикинь, у всех повышено мастерство.
На 2% за уровень. Слушай, а почему же я тогда не мог вот здесь вот открыть сундук? Вот здесь. Ну-ка. Не, друзья, у меня не получается его открыть. Постоянно меня перебрасывают на уровень. Флаг мешает. Там не было флага. Тут он мешает мне. Ну что ж, наверное, на этой ноте мы будем с вами закругляться. Тем более у меня подлагивает игра сегодня. Это меня немножко раздражает. Лучше мы продолжим уже с вами в следующей серии. Соберем запчасти и, надеюсь, спасем нашего Реда. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.